Звезда битвы экстрасенсов Влад Кадун публично признался певице и телеведущей Ольге Бузовой в чувствах и заявил о намерении однажды жениться на ней. Непристойное высказывание Кадуна прозвучало в эфире канала ТНТ. Соведущий звезды шоу «Бородина против Бузовой» признался, что не прочь перевести дружеские отношения в романтические. «Оль, я тебя хочу. А что в этом такого? Тебя что, хотеть нельзя? Это же абсолютно нормально. Мы договорились, что до 40 лет я буду тебя хотеть. И если оба никого не найдем, поженимся», – заявил Кадун. Слова телеведущего смутили Бузову. В январе она пережила болезненное расставание с блогером и рэпером Давидом Манукяном. Звезда шоу «Дом-2» выразила надежду, что ее свадьба с Кадуном никогда не состоится. Исполнительница постепенно приходит в себя после громкого и болезненного разрыва. На днях она даже провела романтический вечер с вином и камином в компании близкого человека – подруги Юлии Самедовой.